Прошла неделя, как мы остановили поезд. Наш взвод в Париже, работает с сопротивлением. Руссо и Кроули разработали план диверсии. Прямой удар по оккупантам. С помощью документов, добытых в поезде, мы с Руссо внедримся в гарнизон под видом нацистских офицеров. Сюда, джентльмены. Гарнизоном командует полицейфюрер СС Генрих. Он не нашел меня и взялся за моих родителей. Затем мужа. И, наконец, сына. Сегодня вся наша борьба, все наши потери обретут смысл. Сегодня мы вернем себе город. Гарнизон. Там есть свой человек, снабдит нас взрывчаткой. Мы взорвем ворота, и для вас это будет сигнал. Мы надеемся на вас. Ладно, ребята, готовимся. Крауты просто так не сдадутся. Думаю, раз выносим Пирсона, то вынесем и это. Я воевал с ним на Кассерине. Всем бы его храбрость. Недолго осталось, Мезами. Теперь лезем в логово к волкам. До встречи.